Давай, давай, пошли! Мы получили заказ на строительство здания. А? Давайте сделаем это. Давайте займем эту точку. Вперед, пошли! Что строить, что заткнитесь и слушайте. Выполняем приказ занять точку. Вот так. Захватываем объект. Давайте двигаться. Стратегический пункт наш. Почему бы нам его не защитить? Отлично, инженеры. Точка наша. И что у нас по плану? Стрелки готовы заступить на дежурство. Да? Немцы все проспали. Мы захватили сектор. Выполняем. Левый фланг вперед! Десятый взвод. Быстрее, не спите! Взвод, становись! Быстрее, парни! Захватываем запасы горючего. Инженеры готовы. Стрелки смотреть в оба. Мы под шквальным огнем. Инженеры под огнем. Давайте быстрее. Да, сейчас все будет рота сделано. Вот так, пошли, пошли. Не высовывайте. Видно по нам прицели огонь. У нас потери. Стрелки и так держат. Боеприпасы захвачены. Да, сейчас все будет сделано. Взвод готов. Выполняем первоочередную задачу. Нет, все открыли по нам огонь! Занять точку! Взвод слушает. Ага, выступаем. Здесь собрались самые лучшие солдаты. Взвод, становись! Господи, Павлович! Держитесь рядом со мной, останьтесь в живых! Занять оборудование! Инженеры попали под обстрел! Стратегический пункт наш. Почему бы нам его не защитить? Район, бойцы. Операция завершена. Занимаем точку. Контролируют точку. Боевые инженеры готовы. Инженеры ждут приказаний. Мы готовы встретить фрицев. Подкрепление на подходе. Засекли отряд легкой пехоты. Вот и идет подкрепление в подразделение пехоты. Внимание. Давай, у нас появились гранаты. Взвод, вперед! Пошли, бабы! Бегом, парни! Хорошо, парни! Пришла пора повоевать! Рота Эйбл захватила точку! Вперед, держите строй! Инженеры, давай, давай, пошли! Есть строительный заказ, давайте его выполним! Двигаемся! Инженеры готовы! Кажется, мы собираемся вот повоевать! Мы закончили строительство! Мы слушаем! Захватить объект!
Вражеское подразделение уничтожено. Стрелки, стройтесь! Стрелки к бою готовы! Двигаемся! Здесь по нам скажите, что мы должны делать! Есть! Отдыхать ко мне! Захвачен внимательно слушаем. Инженеры отправляются на захват объекта. Мы можем это сделать. Мы готовы встретить фрицев. Господи, Конрад, ты когда-нибудь завяжешь хреновые шнурки? Пора убить их! На! Пошли! Двигаемся! Идет подкрепление подразделения пехоты. Что такое? Так мы скоро потеряем сектор. Стрелковый взвод, слушайте! Пошли! Пора убить несколько фрицев! Наша территория полностью отрезана от источника снабжения. Пора выйти. Идет подкрепление в подразделение пехоты. Пошли! Ясно! Отлично, слушаю. Инженеры! Точка наша! И перестраиваемся! Есть! Враг хочет захватить пункт снабжения горючим. Инженеры отправляются на захват объекта. Зарядите оружие, проверьте прицел. Не высовываться. Мы готовы встретить. Давайте пошли. Линии снабжения нарушены. Подразделение уничтожено. Стрелковый взвод, ко мне! Пора убить несколько фрицев. Не высовывайтесь. Вот так, строитель. Слушайте! Мы готовы встретить фрицев. Пошли! Выполняем! Вперед, держите строй! Мои припасы захвачены! Флот парашютистов готов высадиться на поле. Надеюсь, фрицы ничего точно. Не имеют против нашей войны. Вперед, без шума. Операция завершена. Объект захвачен. Стрелковый взвод занял оборону. О, сейчас мы все сделаем. Это инженерные войска. Да. Марш! Готовы. Молотки и гвозди, дамы. Молотки и гвозди. Давайте! Есть строительный заказ. Давайте его выполним. Да. Захватываем объект. Давайте займем готовы. Здесь. Мы закончили с казармами. Давайте сделаем это. Занимаем точку! Шевелитесь!
стратегический пункт наш. Почему бы нам его не защитить? Боевая готовность. Сектор захвачен, задача выполнена. Летите на фланг. Стрелки готовы заступить на дежурство. Мы готовы выступать. О, сейчас мы все сделаем. Ага, выступаем. Я иду за тобой. Операция завершена. Наши войска контролируют точку. Стрелковый взвод захватил объект. Почему бы нам его не защитить? Сейчас мы все сделаем. Так, внимание. Бойцы ко мне. Взвод, вперед. Что дальше? Захватить район, бойцы. Мы захватили... Мы готовы. Сэр, стрелки готовы. Сэр, ждем ваших приказаний. Да, мы его возьмем. Выполняем. Да. Пехота, солдаты, вперед. Солдаты, о, сейчас мы все сделаем. Почему бы нам его не защитить? Здесь собрались самые лучшие солдаты. О, сейчас мы все сделаем. Вот готов выполнить задание. Ясно. Мы идем к цели. Рота Эйбл захватила точку. Парни, внимание. Давайте займем эту точку. Точка наша. Занимаем точку. Нас атакует немецкая пехота. Давайте быстрее. А? Пора убить завершение строительства. Чего надо? Руки в ноги и вперед! Давайте сделаем это. Саша! Стрелки к бою готовы! У нас появились гранаты. Не слушаю! Вперед! Вперед! Да, сейчас все будет сделано! Инженеры к бою готовы. Инженеры отправляются на захват объекта. Стрелки и так держат. Парни, мы сейчас слушай, же господи, Конрад, ты когда-нибудь завяжешь хреновые шнурки? Инженеры слушают. Идет подкрепление в инженерный ясно. Взвод. Они мрут, а нам не успевают присылать домой. Вперед! Отряд строй, уходим отсюда! Линия фронта смещается. Фрицы, территорию. Пехота, вперед! Чиним, стреляем и спим. Раненого срочно. Сектор захвачен. Пехота, смотреть на меня. Быстрее, парни. Теперь мы сможем своевременно оказывать какой у нас раненым? План? Так мы скоро потеряем сектор. Стрелки к бою готовы. За мной. Держать дистанцию. Пехота, вперед! Стрелковый взвод вступил в бой. Огонь! Пора убить несколько. Идем! Нравится! Нам придется уходить с земли краснокожих! Вот!
Уже идем! Инженеры здесь! Пошли за мной! Мы готовы! Эй, нам стреляют! Мы внимательно захватить стратегический. Пехота смотреть на меня. Идем. Подкрепление на подходе. Инженерные подразделения потеряны. Немцы хотят захватить нашу землю. Взвод парашютистов готов высадиться на поле боя. Стрелки, внимание! Вперед! Инженеры, пошли! Попали под обстрел! Заминируйте все подходы! Нас стреляют! Стрелки, идет подкрепление в подразделение пехоты. Инженеры, к бою! Отступаем! Противник проделал две атаки. Вражеское подразделение уничтожено. Стрелковый взвод, равняйсь! Смирно! Линия фронта смещается. Фрицы захватывают нашу территорию. Пора убить несколько фрицев. Не высовываться! Не высовывайтесь! Мы сейчас же полностью укомплектуем подразделение. Стрелки в бой готовы! Пошли! Стрелки, внимание! Боевая готовность! Мы удерживаем инициативу. Такими темпами мы возьмем Берлин к Рождеству. Так мы скоро потеряемся. Мы внимательно слушаем. Руки в ноги и вперед! Сэр, ждем ваших приказаний. Вперед! Операция завершена. Наши войска контролируют враг хочет захватить точку. Пункт снабжения горючим. Понял. Высадка десанта будет десант произведена по приказу. Стрелки, внимание! О, сейчас мы все сделаем. Они идут прямо на нас! Несем потери! Противник пытается перерезать наши линии. Немецких войск! Склад снабжения построен. Мы готовы выступать! Стрелки, справляем! Десант! Надеюсь, стоять за мной не подкрепление готово к парашютной вышке. Заплатим все десантники! Вперед! Мы готовы выступать, ждем приказ. Вперед, держите строй! Просто скажите, что мы тут все делали! Сейчас мы все сделаем. Инженеры готовы! Захватить эту точку! Инженеры отправляются на захват объекта. Это инженерные войска. Проводим операцию по захвату точки. Вражеское подразделение уничтожено. Так мы скоро потеряемся. Парни, слушайте! Вперед, держите строй! Снайпер! Приготовить гранаты, бросайте! Инженерное подразделение потеряно. Так точно. Стрелки, внимание! Захватываем склад снаряжения. Выполняем! Черт, десантники! Инженеры готовы! Накрыли! Сектор захват! Пойдем, парни! Будет весело! Айлбат! Инженеры, цепи! Принцы стреляют по нам! Я не понял, черт возьми! Бегом! Бегом!
вражеское подразделение уничтожено. Идем на захват под шквальным огнем! Так точно! Идет подкрепление в подразделение пехоты. Ясно. Давайте займем. Десант на месте. Цель захвачена. Без сопротивления. Стратегический пункт на осадном положении. К нему движутся немецкие войска. Цель. Идет подкрепление в подразделение пехоты. Так точно! Стрелковый взвод! Слушай мою команду! Мы уходим! Зададим так точно! Десант! Надеюсь, принцип не сейчас же полностью укомплектуем подразделение. Парашютисты на посту! Да, слушаем. Мы должны срочно построить... Взял десант! Новыми силами! Идет подкрепление в подразделение пехоты. Враг хочет захватить пункт снабжения горючей. Стрелковый взвод слушает в атаку. Танковая часть готова оказать поддержку. А? Взвод, двигаемся! Подкрепление на подходе. Парашютисты, слушай мою команду. Шире шаг, десантники. Десантники, добро пожаловать солдаты! Во Францию. Мы сейчас же полностью укомплектуем подразделение. Взвод готов. На нас движутся фрицы! Мы подойдем! Не высовывайтесь! Не отзовни мне! Огонь! На жизнь! Вот так идут огонь из пушки! Вот есть оружие! Десант к несению службы готов! Парни, внимание! Давайте отберем эту точку у фрицев! Десант! Захватим без проблем! Ничего не имеют против нашей выставки! Снайпер пытается перестрелять нас! Установить мины! Уходим отсюда! Десантное отделение! Шарфы, снайперы готовы! Основной контакт! Вражеское подразделение уничтожено. Так мы можете на нас положиться. Ранцевый заряд. Да, точно. Живее выдвигаемся. Сейчас обнаружены немцы. У противника 300 очков. Орлы помолятся за упокой принца. Вперед! Стрельбу не прекращать. Огонь! Бегом! Левый! Левый! Идет подкрепление подразделения пехоты. Идет подкрепление подразделения пехоты. У нас гости! Прямо здесь вражеские войска! Надеюсь, из-за того стоит! Орлы прибыли! Инженеры докладывают! Мы попали под штурм! Не прекращать огонь! Стрелять немцы хотят захватить наши цели. Идет подкрепление в подразделение пехоты. Че надо-то? Есть! Бегом, марш! Мы их достали! Не слышно, что такое! Рука дающего-то не отсорвана! Отступаем! Служаюсь! Отступаем и перестраиваем свое ружье! Уходим отсюда! Мы не выиграем войну, если будем просто стараться без дела. Шевелите ногами, парни. Так мы скоро потеряемся. Сэр, к бою мы сейчас готовы. Же полностью укомплектуем подразделение. Парашютисты, слушай мою команду. Ушки на макушке, парни. Уходим от цели. Снабжение нарушено. Наш сектор отрезан Люки, от источника внимание. Снабжения. Двигаемся. Десант прибыл, готовы будет биться. Ага, поняли. Выдвигаемся в указанном направлении, десантники. Сэр? Идет подкрепление в подразделение пехоты. Солдаты! Меняем позицию. Нас атакует немецкая пехота! Орлы к бою готовы! Вас понял! Они прорвали нашу оборону. Двигайся! Идет подкрепление в подразделение пехоты. Вот дерьмо! Тащите свои задницы обратно! Шевелите! Просто укажите десант, цель! Десант, слушай мою команду! Десант, выдвигай! Мы вступили в контакт с противником! Давай! Руки в бою готовы! Мы уходим!
Немцы перерезали линию снабжения. Что мы должны сделать? Поднимайте вашу Кончен, давайте воевать! Вперед, держите строй! Склад снаряжения. Кавалерия прибыла. Давай, жми! Какие будут указания? Шевели задницы! Подкрепление на подходе. Линия фронта смещается. Идет подкрепление подразделения пехоты. Какие будут указания для десанта? Идет подкрепление подразделения пехоты. Эта территория принадлежит дяде Сэму! Находимся под обстрелом! Необходимо для боя готов. Выгрузки противотанковые. Поехали уже! Стой! Вперед! А нам стреляют! А вот и мы! Нас понял! На врага! Наша старушка запетала! Ребята! Механик, жми! Пора выдвигаться! Стреляется! Выше нос! Захватываем сектор! Заводи! Наводим орудие на борт. Противник пытается перерезать наши линии снабжения. Господи, Конрад, ты когда-нибудь завяжешь хреновые шнурки? Десант! Надеюсь, фрицы пора ничего выдвигаться. Мы готовы выдвигаться на поле боя. Пора убедить! Вперед, бойцы, рассыпаются! Вражеское подразделение уничтожено. Как мы скоро потеряемся. Слушайте! Так точно! Тяжелая кавалерия в бою готова. У нас идет сухотение. Нам готов. Наводи мотор! Вперед! Нам к бою готов! Инженеры слушают. Уже идем. Прямо как десант. Надеюсь, следите за движением. Вперед, наши высадки. Просто скажите, что мы должны сделать. Рассредоточьтесь и постарайтесь остаться в живых, ребята. Слушаюсь. Отступаем и перестраиваемся. Слушаем, мои десантницы. Подкрепление готово к парашютной высадке. Внимание, десант. Мы готовы, Фрид. Десантники к заданию. Хорошо, парни. Мы сейчас же полностью укомплектуем подразделение. Армы помоем! Свод, становись! Мы десант! Мы были рождены, чтобы помогать! Стреляют по нам! Не прекращайте войну галерейских врагов! Прекрасно, что вы стреляете! Стреляли! Какие будут указания? Вперед, парни! Десант несет потери! Идет подкрепление подразделения рекорд. Мы готовы выдвигаться на пол.